Ульяновскому моторному заводу исполнилось 75 лет. Несмотря на свой почтительный возраст, сегодня градостроительное предприятие активно развивается. В цехах каждый день кипит работа. Сергей Морозов посетил завод, где встретился с руководством и коллективом. Моторный завод всегда являлся гордостью Ульяновской области, города Ульяновска. И одновременно, конечно, вот мы вспоминаем и производство не только двигателей для автомобилей, но и для лодочных моторов. Позвольте мне вот вручить вам такой вот замечательный адрес от ордена Ленина Ульяновской области, от лица жителей нашего региона. Ульяновский моторный завод был создан 6 сентября 1944 года. История успеха предприятия началась в 1969 году, когда с главного сборочного конвейера сошел первый автомобильный двигатель. Сейчас моторный завод входит в дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили» крупнейшего российского автомобилестроительного холдинга «Группа ГАЗ». По итогам 2018 года завод произвел 45 тысяч автомобильных двигателей, а в региональный бюджет от предприятия поступило около 42 миллионов рублей. В этом году за 8 месяцев заводчане уже произвели более 23 тысяч двигателей, а это почти 8% роста к аналогичному периоду прошлого года. Усовершенствование технологий – двигатель прогресса, поэтому руководство предприятия делает ставку на модернизацию оборудования и повышение квалификации кадрового состава. Для того, чтобы производство было привлекательным, мы внедряем новые рабочие места. Современные технологии, они подразумевают уже и образованность персонала другую. Они подразумевают и уже интеллектуальный уровень персонала другой. Мы внедрили уже много рабочих мест, которые требуют знания IT-технологий. И здесь персонал уже востребован. Даже с высшим образованием работать на таком оборудовании. Так совпало, что в этом году предприятие отметило двойной юбилей. Кроме большой даты, 75-летия, есть дата поскромнее, но от этого не менее значимая. 35-летие празднует музей завода. 4700 предметов в экспозиции, архивные записи, фотографии, первые двигатели и многое другое. Этим гордится сегодня не только руководство предприятия, но и простые заводчане. В музее проводятся тематические экскурсии, реализуются проекты «Их детство пришлось на войну» и «Место встречи – музей». Наш музей славится очень интересным военным разделом, где показаны не только материалы тружников тыла, хотя там тоже за каждой фотографией, документом интереснейшие судьбы, интересные истории, но и у нас очень большой раздел об участниках Великой Отечественной войны. То есть это люди, которые пришли к нам уже на завод после войны и много лет работали. Напомним, Ульяновский моторный завод – одно из крупнейших предприятий машиностроительного комплекса России. Завод располагает производственной базой, позволяющей выполнять полный комплекс работ по созданию и выпуску автомобильных двигателей для грузовых, пассажирских и многоцелевых автомобилей марки «ГАЗ» и «УАЗ». Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Управды ТВ.